Химическая атака в Лондоне. 12 человек получили ожоги в результате воздействия пока не установленного токсического вещества. Произошло ЧП в ночном клубе. С подробностями наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. Это произошло в разгар вечеринки в модном баре на северо-востоке Лондона. Вызов полиции поступил в час ночи. До того момента, как приехали правоохранители, 200 человек уже покинули помещение. Еще 400 тут же эвакуировали. Пока власти не сообщают, что же произошло в клубе. Главная версия – бытовой конфликт. В здании поспорили двое мужчин. Один из них распылил неизвестное вещество. Ожоги получили 12 человек. Двое из них в тяжелом состоянии, но их жизни вне опасности. Все пострадавшие молодые люди в возрасте около 20 лет. Этот клуб в Далстоне довольно популярен, в нем играют известные диджеи. К тому же сегодня в стране выходной, поэтому посетителей было много. Ночью эта улица напоминала сцену из фильма. Ее перекрыли, повсюду сновали люди в костюмах химзащиты. Скотланд-Ярд до сих пор не знает, что за токсичное вещество распылили в клубе. И пока никого не арестовали в связи с инцидентом. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».